Луковицы рябчика шахматного Альба – пока еще не частые гости на участках отечественных садоводов, однако приобретают все большую популярность. Сорт был выведен в 1982 году и является одним из самых необычных и ярких. В высоту небольшой рябчик достигает 20 сантиметров, поэтому идеально подойдет для оформления альпинариев и высаживания на низкорослых клумбах. Его заметная издалека белая окраска цветов с ярким зеленым центром привлекательна и тем, что, в отличие от других рябчиков, не так виден шахматный рисунок. А белая окраска отлично будет сочетаться на смешанной клумбе с абсолютно любыми цветами. Рябчик шахматный Альба – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Рябчик прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола рябчик шахматный Альба можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает рябчик шахматный Альба в месяц май-апрель. Обратите внимание, что рябчик шахматный Альба – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.